Проект «Восток» запустил основную сеть блокчейн-платформы для крупных корпораций и госорганов. В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 года была запущена блокчейн-платформа для работы с крупными корпорациями и госорганами. Как говорится в сообщении компании Waves, разработавшей платформу, основная сеть используется для валидации транзакций. В то же время партнеры и клиенты проекта смогут строить собственные узлы основной сети, а также закрытые подсети, позволяющие использовать все возможности блокчейн-сети «Восток», храня при этом свои данные исключительно в собственных IT-системах. Она позволит крупным компаниям, которые заинтересованы в решениях на базе технологий блокчейн, но не хотят создавать собственную инфраструктуру, пользоваться готовой промышленной сетью. Промышленная блокчейн-сеть «Восток» дает всем владельцам токена «Восток» VST возможность проводить операции, записывать данные в блокчейн и запускать смарт-контракты. Варианты использования блокчейн-инфраструктуры. Интеграция в публичную инфраструктуру «Восток». Работа с основной сетью «Восток» с разрешением на подключение к сети от администратора. Создание независимой блокчейн-инфраструктуры «Восток». Развертывание независимой приватной сети с помощью интегратора «Восток». Для работы с приватной сетью токены VST не нужны, но возникают инфраструктурные издержки. Создание гибридной блокчейн-экосистемы. Такая модель позволяет повысить устойчивость частной сети за счет привязки к основной сети «Восток». Сейчас проект «Восток» сотрудничает с крупными российскими корпоративными и государственными заказчиками, среди которых Сбербанк, Трансмаш Холдинг, ВебРФ, Ростех и Нижегородская область. Запуск нашей платформы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге символичен, поскольку он, с одной стороны, является заключительным звеном создания инфраструктуры для нашей работы в России, а с другой – первым шагом для начала международной экспансии, прокомментировал гендиректор и основатель Waves и проекта «Восток» Александр Иванов. Развитие и внедрение блокчейн-технологий в России предусмотрено в нацпроекте «Цифровая экономика». Компания Waves участвует в разработке дорожной карты по блокчейну в рамках работы по нацпроекту.